что пришло письмо от генерального директора телерадиокомпании «Студия 1+1» ко мне, что по лицензионному договору мы не имеем права выходить на телеканале 112. Но у нас не было в лицензионном договоре того, что нас можно снимать в эфир, как хотите, и как хлам какой-нибудь, мусор, выбрасывать налево и направо. Так вот, Саша Ткаченко, ты коллега-журналист, я не ваш раб. Я не какое-то дерьмо в ваших руках. И чаще смотрите в зеркало. Может, там вы увидите больше правды.